Настоящее чудо произошло в семье Динары Налибаевой. Счастливая мамочка под самый Новый год родила тройню. О том, что у женщины родятся сразу трое малышей, Динара узнала на 4-м месяце беременности. Дети появились на свет 24 ноября. Я так счастлива, что словами не передать. Мои дети – мое счастье. Малышей мы назвали Зейнеп, Осман и Омар. Мальчики и я чувствуем себя хорошо. Спасибо врачам. Новорожденные чувствуют себя неплохо, а потому врачи решили выписать малышей. Дома их уже ждут две родные сестры. Тройня появилась на свет на 33-й неделе. Их вес составлял всего 1500-1700 грамм, рост 40 сантиметров. В течение двух недель они прибавили в весе, и улучшилось их общее состояние. Эта тройня в этом году третья. Всего же с начала года в Шымкенте появились на свет 24378 малышей. Thank you.